Славутиські батутисти взяли участь у змаганнях за Кубок України та у всеукраїнському турнірі зі стрибків на батуті в Одесі. Учасниками змагань стало близько сотні спортсменів. Славутичани виступали проти батутистів з Одеси, Києва, Миколаєва, Дніпра, Херсону та Харкова. Змагання були внесені до єдиного календарного плану. Ці змагання дають можливість виконання майстерів спорту. Змагання дорослі, де виступають спортсмени, незалежно від віку, і дорослих. І до них приглашають перспективних спортсменів. Це до 2007 року. Параллельно, я сказал, что с Кубком Украины проходили все украинские соревнования, где пригласили тоже детей по программе кандидатов в мастера спорта. Это 2009 год и 2010. И параллельно стали готовить мальчика, который пожелал поехать. Это с учетом того, что министерство и город не смогли финансировать. Родители согласились послать своего ребенка за свой счет. Это у нас Арсений Коровец, да. И Чеколовец Катя. Вот два спортсмена, которые ехали на всеукраинские соревнования. Як результат, маємо лише одне призове місце в синхронних стрибках. Золото змагань здобув Арсеній Кравець у тандемі зі спортсменом з Миколаєва. Інші ж спортсмени посіли значно нижчі місця у турнірній таблиці. Проте всі до одного увійшли у вісімку кращих. Зокрема, шосте місце в індивідуальних та п'яте у синхронних – у Катерини Чеколовець. Четверте місце в синхронних стрибках – у Анни Горшунової та Анастасії Тарасенко. І п'яте місце у синхронних стрибках – у Михайла Недейводіна та Микити Косап. Серед інших здобутків спортсменів – виступи Анни Горшунової на Кубку України. Вона увійшла до фіналу та виконала норматив майстра спорту. Ну, в перший раз, звісно, було більш страшно, ти більше переживаєш. А во другий раз ти знаєш, що тобі вже потрібно просто підтвердити і чуть постаратися. Які, можливо, елементи ти робила для того, щоб підтвердити свій статус? Ну, у мене якби йдуть в комбінації двійні і, в принципі, все. А в целом вот от соревнований твои впечатления, может, что-то новое для себя увидела, подсмотрела что-то у других, что потом привезла сюда и будешь пробовать вносить в свою программу какие-то коррективы? Ну, на соревнованиях, конечно, круто, как обычно, это какие-то эмоции для тебя, и также ты смотришь на своих соперников и смотришь, какие у них элементы, и учишься чему-то. На відміну від Анни, не підтвердили свій норматив Микита Касап та Михайло Недайводін. Проте після змагань у Харкові для одного з хлопців ситуація все ж змінилась. 14 числа ми поїхали в Харків. В Харкові соревнования серед також йшли в індивідуальних прыжках і синхронних прыжках. В індивідуальних прыжках вони попали всі в фінал. Касап, Недайводін, Горшунова. Горшунова в индивидуальных прыжках подтвердил опять норматив мастера спорта. Подтвердил норматив мастера спорта Касап Никита. Ну, Недайводин Миша тоже, с учетом его характера, с учетом его нервной системы, ему не хватило до выполнения 2 балла. Ну, у нас соревнования, я думаю, следующий год это 22-й. Я думаю, что ребенок взрослеет, да, поработаем, выполнит. И в синхронных прыжках Горшунова Аня стала четвертым с девочкой из Днепра, а Касап с мальчиком из Николаева, они тоже стали, по-моему, пятыми, четвертыми. Четвертыми, да, стали тоже. Ну, с учетом этих соревнований, что соревнования очень редко, вот, с учетом того, что хотя мы знали об этих соревнованиях в начале года, лето жаркое, вот, готовились, но летом тренироваться было очень сложно. Дети, с учетом этой высокой температуры, не выполняли ту нагрузку, которая необходима была. Ну и тоже каникулы были, где-то они маленько отдыхали. Лето прошло, сентябрь.
И вот этот сентябрь тоже начался с того, что дети не готовы были чисто физически к той нагрузке, которой необходимо им было прыгать. Поэтому вот, в принципе, что Недоводин Миша не выполнил норматив мастера, конечно, это сказалось. Но мы, как тренеры, остались довольными. Конечно, они могли быть результат лучше. Вот. Четвертое место от третьего отличалось там какими-то десятыми балла, понимаете? Наши дети ворвались в восьмерку. Это считается самое лучшее, что мы можем пока что иметь. Если учесть, что они сейчас на чемпионат мира едут, нам пока туда не светит. Ну, конечно, мы хотели бы попасть туда. Будем стараться. А так они умнички, они старались. Они что умели, они показали. Где-то как-то перенервничали, где-то передавили себя, там еще что-то. Вот. Но я хочу сказать, что мы туда приезжаем, как тренера. Мы сами учимся, смотрим, на какой высоте дети прыгают, взрослые, те, которые готовятся на мир, на Европу и на Олимпийские игры. И это очень приятно, что наши дети уже практически возле пьедестала почета. Это очень хорошо. Пишаємося вихованцями відділення стрибків на батуті. Бажаємо з легкістю підкорювати найвищі спортивні вершини. Тренуйтеся, не зупиняйтеся, і все обов'язково вийде.